одна из центральных улиц города – Комарова. Здесь, прямо по центру дороги, на повороте к дому номер 13Б, расположилась огромная лужа. Чтобы ее обойти, прохожим приходится проявлять находчивость, сообразительность и чудеса эквилибристики. Невооруженным взглядом видна явная растерянность на лицах жителей. Надо отметить, что это место знаменито своей, мягко говоря, неухоженностью. Когда-то эта лужа была еще больше, разливаясь целым озером. Потом вроде как-то положили асфальт. Именно как-то, судя по тому, что в целом мало что изменилось. Жителям улицы Комарова явно необходимо запастись терпением и, скорее всего, резиновыми сапогами. Ну, если только асфальт не начнут класть в ближайший снегопад.